We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Chris, I think it's over to you now. I thank you very much. Azali, I was waiting for a cue, but I'm here I am. Hello, everybody. My name is Chris Despain. Доброе утро всем. Я ждал, пока звук не подключится. Меня зовут Крис Деспейн, и я буду модерировать эту сессию. Еще раз сердечно всех приветствую на этой основной общей сессии по доверию, по выстраиванию общественного доверия, которое гарантирует безопасность киберпространства. Итак, мы будем обсуждать такие вопросы, как приватность в сети, нейтральность, вопросы кодирования. Многое в ходе этого саммита IGF касалось доверия. Еще в ноябре прошла такая подготовительная к сегодняшней сессии. Поэтому теперь я попрошу первую выступающую подвести итоги этой подготовительной ноябрьской встречи, а потом попрошу господина Анри Вердье взять слово. Потом мы выслушаем отчета о нескольких отчетов изучения случаев, которые зачитает госпожа Жозефин Байон. Потом наша дискуссия обретет более открытый характер, и мы будем обсуждать различные тенденции онлайн, связанные с построением большего доверия, обсудим роль разных групп заинтересованных лиц в этом процессе и о том, какую роль цифровой саммит мог бы в этом сыграть саммит IGF. Думаю, что тогда и придет пора, чтобы дать ответы на вопросы, которые, возможно, появятся онлайн. Так это будет выглядеть. На нашу сессию предусмотрено 90 минут. Я благодарен за ваше присутствие. Давайте, может, начнем с Шитал Кумар, которая передаст нам итоги подготовительной сессии. Спасибо. Я очень рада, что нас так много здесь в этот последний день цифрового саммита IGF. Моей задачей будет рассказать вам о том, что происходило в ходе подготовительной встречи. Мы тогда обсуждали разные проблемы, обсуждали возможные для рекомендаций, и моей целью сегодня является подвести итоги этих разговоров по стандартам в киберпространстве, по киберпреступности. Я позволю вам, постараюсь вам представить подготовленные нами рекомендации. Итак, вначале я расскажу, что по-нашему очень важным является сотрудничество так, чтобы мы использовали уже имеющиеся у нас ресурсы, чтобы мы смогли лучше сотрудничать с разными представителями общественных групп. Нам хотелось бы также отметить, что уже имеющиеся ресурсы, в том числе политические, в частности, политическое желание, воля, не всегда адаптируются к текущим потребностям. Поэтому нам кажется, что нуждаемся в улучшенном сотрудничестве, в первую очередь, между специалистами по безопасности. И тут необходимо также сотрудничество на волонтерских началах, чтобы мы могли выстраивать лучшие способности в области предоставления цифровой безопасности также в тех сообществах, в которых такие продвинутые возможности еще не имеются. Но с целью привлечь, кроме местного сообщества, еще и другие группы заинтересованных лиц. Это
был наш первый вывод, что необходимо углубленное сотрудничество. Что касается новых стандартов, нам кажется, что введение новых стандартов нуждается в непрерывном обсуждении и постоянном приложении усилий для того, чтобы лучше понимать то, по какой схеме срабатывают нормы и стандарты в киберпространстве, какие стандарты могут быть приняты Организацией Объединенных Наций, что обозначает этих 11 стандартов в киберпространстве, о которых говорится в контексте деятельности Организации Объединенных Наций. Речь пошла и о том, что в ходе сегодняшней дискуссии в рамках саммита IGF мы будем сосредоточиваться на возможностях внедрить уже согласованные нормы по обеспечению безопасности в киберпространстве. Мы также обсуждали предполагаемый форум по лучшим практикам по безопасности в киберпространстве, а в плане киберпреступности было отмечено, что разговоры на эту тему требуют поддержки, в том числе технической и политического характера, что означает, что в такие переговоры должна быть вовлечена многостороннее общество, и говорилось также и о том, что никто не хочет подавлять свободу слова онлайн. Мы говорили также и о том, что должен быть более эффективным обмен информацией, что мы должны продолжать реформирование процессов оказания взаимопомощи и что мы должны найти новые способы борьбы с киберпреступностью так, чтобы это последнее не нарушало права пользователей. Это наши последние выводы от подготовительной встречи. Мы обсуждали также различные вызовы и проблемы, в том числе то, что если говорить об африканских странах, то нам необходимо там справиться со многими вызовами, связанными все еще с основной инфраструктурой, иногда с отсутствием политической благосклонности, что туда нужно размещать соответствующие ресурсы, что все еще это связано с недостаточным уровнем общественного участия. И все это те проблемы, которые должны обсуждаться на высоком уровне. Мы говорили также и о том, что другие проблемы связаны также и с отсутствием соответствующих бюджетов, которые были бы предназначены для действий с целью обеспечения интернет-безопасности. Мы отмечали необходимость выстраивать участие малых и средних предприятий в киберпространстве, что появляются угрозы со стороны государств, а другие риски связаны с обращением данных, которые имеют трансграничный международный характер. И, наконец, мы говорили также и о том, что много говорится о шифровке, в то время как малые и средние технологические предприятия часто становятся предметом кибератак. И поэтому необходимо, чтобы мы выработали решения именно для малых и средних предприятий. Мы также говорили о том, что в сфере кибербезопасности и сотрудничества необходимы новые ресурсы и новые инструменты по сотрудничеству. Если же говорить о создании таких новых ресурсов, то очень важным является проведение семинаров, менторинг, обмен информацией, приглашение представителей разных групп и секторов, группировка уже существующих проблем и совместное обсуждение конкретных случаев. Касательно шифровки, мы решили, что необходим более точный разговор на эту тему. А в плане внедрения новых решений мы говорили о таких решениях, как сокращение угроз, но также и тренинги по новым международным стандартам. И, в принципе,
это все, что я хотела сказать вначале. Я с удовольствием буду прислушиваться к дальнейшему разговору, и мне очень интересно узнать, что есть рассказать другим. Спасибо, Шитель, за эти итоги. Мы еще к вам вернемся, наверное, с вопросами. Не удаляйся, пожалуйста. А теперь постараемся обсудить основные тенденции. И первым выскажется Анри Вердье, который расскажет о текущих главных тенденциях на французском языке. Доброе утро. Или добрый вечер, в зависимости от того, где вы находитесь. Позвольте мне передать приветы особенно друзьям из Техаса. Там, пожалуй, 3 часа ночи, мое признание им. Приветы переводчикам, поскольку благодаря им франкофония еще существует и культурное разнообразие. Я с огромным удовольствием сегодня высказываюсь на французском языке. Благодарю за приглашение, которое я получил, и возможность взять слово, что я делаю с удовольствием. Начну с простого понятия, простой идеи. Интернет, поскольку он нейтрален, свободен, децентрализован, открыт, он начал беспрецедентный цикл инноваций, демократический цикл, цикл коллективного интеллекта, доступа к культуре, образованию, к экономическому развитию. А сегодня нам приходится бороться с некоторыми сложностями, которые нам необходимо преодолеть. Я глубоко верю, что мы, Франция, Европа, многие из наших коллег из IGF, мы должны найти решения, которые умещаются в тех рамках, которые нам принесли 30 лет успеха. Мы не должны отказываться от исходной модели. Наоборот, угроза, с которой мы встречаемся, принимает 3 основных вида, может быть, 4. Первый вид – это отсутствие равновесия, это пропасть. Конечно, есть несколько компаний, государств, монополистов по искусственному интеллекту, по кодировке того или другого. Остальные же остаются позади, и это означает пропасть, которой нельзя быть прочной. Второй вопрос – это weaponization, то употребление цифровых решений против мира, против безопасности, со злыми намерениями. Отсюда вопросы безопасности и манипулирования информацией, вопрос лжи в интернете. Будут ли это всегда бандиты или иногда государства? Если это второе, то это тем более беспокоит. Тут сюда входит еще целый ряд вопросов, связанных с экстернализацией некоторых явлений. Как вы видите, бизнес-модели некоторых предприятий и создают этого типа экстернализацию. И мы можем с этим постепенно справиться благодаря промышленности, хотя не только промышленность на самом деле создает проблемы. Тем не менее, мы справимся с этими проблемами. И, возможно, я поэтому указываю на 4-ю угрозу, потому что если бы государствам пришлось реагировать авторитарно, недемократично, то сами государства окажутся этим 4-м видом угрозы. Поэтому нам необходимо решить этих 3 вида угрозы, чтобы не стать 4-м на основании нейтральности, открытости и коллективного интеллекта. Франция вовлеклась в эти действия очень ясно. Уже на первых неделях своего срока президент Макрон высказался во время речи в Европе в 2017 году в Парижском университете. Он сказал, что Франция должна указать на цифровые рамки, чтобы не быть обреченной к решениям сильнейших. Сильный Евросоюз необходим. В 2017 году также прошел IGF во Франции, и в его ходе президент Макрон
отметил необходимость создать, благодаря правовым рамкам, новый путь, наметит новый путь вместе с заинтересованными лицами по интернету, вместе с гражданским обществом, вместе с законодателем, с целью наметить конкретные правовые рамки. Он в это время говорил, что эти правовые рамки должны вселять надежду, и мы будем надеяться на то, что Big Tech компании окажут нам поддержку. А даже если они нам не помогут, мы справимся. С тех пор мы вместе со многими игроками ищем решение и ищем эффективную многосторонность. И многие из вас уже принимают участие в этой многосторонней борьбе. Уже пошло в Париже обращение о кибербезопасности, к которому 3 недели назад присоединились и Соединенные Штаты, и Европейская комиссия, а сейчас это уже 1200 субъектов, 80 государств, более 350 компаний и общественных ассоциаций, и мы все работаем над стандартами безопасности. Меня заинтересовало в этом проекте то, что, по сути дела, DSE, то есть крупные промышленные группы, но и мир науки, все эти люди сказали, что то, что мы сделали, работа, проделанная нами за 20 лет, является ключевой, хотя и недостаточной. И очень хорошо, что они это сказали, потому что мы должны построить, если я позволю себе англицизм, security by design. Если французам найти хорошие нормы практики, чтобы финансировать изменения масштаба к большему в тех странах, где есть такая политическая воля. И на самом деле любые недостатки должны быть возмещены правилами. Говорилось о многих шагах, которые должны нас донести до увеличенной солидарности. Мы уже сильнее именно этой инициативой, над которой мы работаем в рамках Парижского соглашения, где мы опубликовали результаты работ 6 рабочих групп. А теперь имеем возможность предложить ООН создать программу действий внутри ООН с целью, чтобы ООН инклюзивно и приглашая к сотрудничеству все заинтересованные группы, позволю выработать инструменты, позволяющие внедрять политику солидности. Уже 54 страны предлагают такие решения, и я надеюсь, что мы сможем предложить такое решение на следующей Генеральной Ассамблее ООН. Я недолго буду говорить. Мы обсуждали террористические вопросы после ужасной атаки в Крайстчерч в Новой Зеландии, после чего компании и фирмы сотрудничали, чтобы найти решение, как устранять террористический контент, уважая правовое государство и все принципы, которые должны быть такими же для всех. Как позволить людям быть субъектами, как создать протоколы действий для всех, кризисное управление. Поэтому в Европе ведутся работы по правовым рамкам, которые становятся орудием борьбы с терроризмом и протеррористическим контентом в интернете. Подобным образом мы оказывали поддержку инициативам. Я уже не буду говорить о фейк-новостях, это простая ложь, но мы поддерживаем все сильные инициативы журналистов без границ, форума для демократии, потому что мы считаем, что, конечно, необходимым является то, чтобы мы удаляли ложные аккаунты, чтобы мы находили случаи очевидной лжи в интернете. Конечно, это все важно, но подлинная информация должна быть на самом действительно по-настоящему качественной. Журналисты независимые, они должны быть независимыми и в политическом плане. Информация
понимаемого по-старому, должна быть конкурентоспособной и качественной, настолько качественной, чтобы фейк-новости не представляли никакую конкуренцию. Это наши амбиции, о которых я мог бы говорить очень долго, но с еще большим интересом я буду слушать вас. Я упомяну еще в конце такой проект, что если мы хотим, чтобы правовые рамки создавались в духе уважения к правовому государству, то необходимы знания. И одна тема для нас особенно актуальна. Де-факто мы живем в рамках правовых рамок, а именно общих генеральных условий, созданных для компаний, которых мы не понимаем. Мы их запросто не понимаем, потому что это слишком длинные тексты. Поэтому мы создали нечто конкурентоспособное, некоторое сотрудничество, вполне открытый проект. Я закинул ссылку, потому что это очень важно, чтобы мы все, ассоциации, компании, университеты, исследователи, такую возможность и умение понимать и анализировать то, как все эти политики конфиденциальности понимаются на компаниях, имели. Нам необходимо понимать, как это действует. Отсюда идея создать такой инструмент, с которым мы анализируем развитие правовых инструментов. Мы начали такое сотрудничество с ассоциацией TOSBAC. У нас есть уже сотни таких договоров, но нуждаемся в тысячах, и я надеюсь, что новые у нас появятся. Мы создали целое интернет-сообщество. Это замечательная идея. Трудности есть, но поводов для более глубоких опасений или дефетизма нет. Я думаю, что мы будем действовать успешно, если мы будем уважать те принципы, которыми руководился интернет все это время. Спасибо огромное. Спасибо за ссылку, которую вы нам передали. Мы все охотно воспользуемся этой ссылкой после нашей сессии. Сейчас господин Джонсон из Интерпола, он занимается анализом киберпреступности. Здравствуйте. Представьте нам, пожалуйста, точку зрения Интерпола. Крейг, здесь Крис, говорит Крис. К сожалению, видеосвязь не работает. У вас отключена камера. Да, ну, пожалуйста, если можно, подключитесь с камерой. Да, мы вас видим уже. Что касается текущей ситуации, региональной, глобальной ситуации, местной ситуации с точки зрения Интерпола, мы видим, что мы имеем дело с проблемами в отношении связи, в отношении разных аспектов. В настоящее время мы видим изменения, в рамках которой наблюдается растущее число атак против инфраструктуры, против больниц, против телекоммуникационной или инфраструктуры и так далее. Во время саммита IGF мы об этом много уже говорили, но Интерпол отдает себе отчет в масштабе этой проблемы. Это глобальный масштаб, который все больше намечается во всех 195 странах-членах ООН. Вследствие пандемии коронавируса мы видим возникновение новых видов преступности. Мы видим, например, интернет-рэкет с помощью ransomware, разного рода виды мошенничества с использованием телефонной связи и подобного рода случаи. Так что угрозы в киберпространстве растут, они расширяются. Мы видим также, что преступники используют основные общественные потребности, а также опасения, связанные с
ситуации после появления пандемии коронавируса, то есть с марта месяца 2020 года. То есть атаки по критической инфраструктуре преследуют цель максимизировать убытки, но и принести финансовую прибыль для преступников. Мы видим, что в частности атаки ransomware для принуждения жертвы к уплате денежных сумм являются все более популярными. Они становятся все более популярным способом для преступников зарабатывать деньги. Так что здесь появляется финансовая мотивировка. И очень часто такие атаки используются с применением виртуальных валют. И в частности, после пандемии мы имели дело именно с такой тенденцией, что преступники становятся все более эффективными. Они первыми применяют новые технологии, которые еще пока что не распространились. Мы знаем такие атаки в Европе, в Африке, в Южно-Восточной Азии и так далее. Такие атаки могут проводиться одновременно в разных частях мира. И в то же время преступники пользуются так называемым даркнетом. И благодаря структурам даркнета они получают анонимный доступ к определенным ресурсам, которые они могут использовать для преступных целей. Они пользуются разного рода ошифровкой данных, и очень трудно проследить их действия в интернете и привлечь их к ответственности. Так что мы должны обеспечить механизмы для более эффективного преследования таких преступлений в интернете и борьбы с такими преступлениями. И в рамках рабочей группы по киберпреступности мы проводим оценку уровня угроз. В частности, в 2021 году мы опубликовали особый отчет по оценке угроз, в частности, в Африке. Мы смотрим на ситуацию конкретных регионов, и мы думаем, что здесь мы должны координировать усилия для противостояния таким преступлениям. Мы являемся, как Интерпол, нейтральной организацией, но мы организуем платформы для общения 195 стран для обеспечения преследования преступлений в интернете. С нами сотрудничают субъекты частного и государственного секторов, и мы должны этим сотрудничеством воспользоваться. Органы власти имеют важную роль на страновом и многостороннем международном уровне. И именно благодаря такому подходу международные организации, неправительственные организации, местные общества могут реагировать на инциденты, связанные с безопасностью в киберпространстве, и они могут более эффективно защищать имущество и жизни людей, которые могут ставиться под угрозу в связи с киберпреступностью. Но мы хотели бы также уничтожать все механизмы, которыми используются преступники. Мы должны знать все механизмы, мы должны иметь доступ к самым широким ресурсам для получения данных, необходимых в этой борьбе. Но мы должны помнить, что мы должны делать в рамках закона. Здесь Интерпол старается сотрудничать с международными организациями, с частным сектором. Но мы должны помнить, что мы должны, во-первых, воспользоваться такой моделью, которая опирается на доверие международного сообщества.
Спасибо. Крис, я вижу, что ты в Катовице на сцене. Мы очень рады, что ты сумел попасть на место. Огромное спасибо. Это было очень важное высказывание. У вас еще будет возможность высказаться чуть-чуть попозже. Сейчас очередной докладчик Джозефин Баланс, Hate Aid. У вас были слайды? Да, действительно, у меня слайды. Спасибо большое за возможность взять слово. Да, у меня презентация. Я буду говорить о теме, очень конкретной теме. Буду представлять эту тему с перспективы, с точки зрения жертв кибербезопасности и с точки зрения гражданского общества. То есть наша организация Hate Aid. Я одна из управляющих директоров нашей организации. Мы работаем в интересах жертв киберпреступности. Мы предоставляем консультацию, эмоциональную поддержку, а также консультацию по кибербезопасности. Мы также предоставляем консультацию, например, ввиду того, какие персональные данные можно передавать в интернете и какие надо обязательно хранить или сохранять. Это очень важно, в частности, в эпоху популярности социальных сетей. Мы оказываем поддержку, чтобы люди знали, как справиться с ситуацией, чтобы делать конкретно в своей ситуации в будущем. Мы также заинтересованы механизмами преследования преступлений, возможности привлекать уголовной ответственности. Мы отслеживаем интернет-платформы, цифровые платформы и оказываем правовую поддержку для жертв преступности в интернете, чтобы им помочь разрешить разного рода формальные проблемы. Нас также интересует построение, как бы расширение осведомленности. Мы считаем, что мы являемся доверенными лицами жертв в этой дискуссии в публичном пространстве. Наша деятельность не была слишком востребованной, когда она была основана. Это было 3 года тому назад в Германии. Но оказалось, что мы уже оказали поддержку более 1500 человек. И также поддерживаем другие случаи нарушения кибербезопасности и другие случаи киберпреступности. Почему? Это очень просто рассказать, потому что мы видим, что очень много чего происходит в социальных сетях. У нас очень много примеров языка вражды. И мы знаем, что журналисты, активисты очень часто атакуются в социальных сетях. Мы видим, что, например, молодые женщины очень часто атакуются, молодые активисты. Мы знаем также, что персональные данные используются в незаконным образом, например, для того, чтобы, например, шантажировать молодых людей. Например, были такие случаи, что некоторые жертвы должны были менять адрес, потому что их личный адрес был доступен в интернете. У них не было уверенности, что они могут сохранять безопасность в случае атак. Так что эти случаи являются очень серьезной проблемой. Мы стараемся помогать тем, кто к нам обращается. В частности, к нам обращаются представители маргинализированных групп, которые вытесняются на обочину общества. Очень часто мы имеем дело с лицами, которые поддерживают демократические ценности в интернете, и они также становятся мишенями разного рода атак. Я говорю об активистах, политиках, журналистах. То есть насилие в интернете случается повсеместно. Мы провели опрос в Европе и узнали, что 60% всех пользователей в интернете в какой-то степени
столкнулась с насилием в интернете. А что касается молодежи, молодых пользователей, эта доля составляет 81%. То есть почти вся эта группа была таким или иным образом жертвой насилия в интернете. 5% пользователей было жертвами особо жестких атак. То есть у нас есть язык вражды, это в интернете очень накаленная проблема. Мы видим также, что лица, которые решаются, например, распространять язык вражды, их не так уж много, но вот влияние таких действий в интернете является очень значимым. Мы знаем, что были проведены разного рода исследования на эту тему, и оказалось, что всего лишь 5% пользователей данной платформы отвечало за 50% всего контента негативного характера или насильственного характера. Мы провели еще одно исследование в Германии, и оказалось, что опубликованы были 4000 комментариев во время недавних выборов. Это были комментарии с языком вражды против политиков. Все эти комментарии публиковались, как оказалось, людьми, у которых было всего лишь 200 аккаунтов на Фейсбуке. Так что мы видим, что жертвы страдают, а их запугивают. Они не знают, что им приходится делать. А и другие люди просто это наблюдают, смотрят на это, но они ходят из публичных общественных дискуссий, они не принимают, не берут слово, они просто уходят от этой дискуссии. Мы знаем, что люди просто не хотят участвовать в публичной дискуссии, потому что есть небольшая группа очень агрессивных людей. Кажется, что они слишком громко выражают мнение, которое отнюдь не преобладает в нашем обществе. Просто остальные молчат, потому что они боятся. Так что я уверена, что это составляет большую угрозу для демократии, для свободы. И мы должны принять во внимание то, что интернет должен быть безопасным пространством для обеих сторон этой дискуссии, для всех участников общественных дискуссий. Так что вот здесь мы вступаем в действие как наша организация и стараемся заверять пользователей интернета в том, что у них есть право на высказывание, что если что-то случится, мы всегда их поддерживаем, мы можем их обучать тому, как пользоваться интернетом непосредственно и принимать долгосрочные стратегии. Многие, кому мы помогаем, они очень часто становятся жертвами атак в интернете. Это не люди, в случае которых это одноразовое явление. Мы стараемся им помогать, мы стараемся их приготовить к следующим возможным атакам. У нас есть специальное отделение по киберпреступности, которое предоставляет юридическую консультацию, потому что в гражданском обществе мы хотим, чтобы каждый участник гражданского общества имел доступ к нужной помощи. Мы, конечно, общаемся с общественностью, чтобы все понимали, чем мы занимаемся, и чтобы все понимали, что такие организации, как наша, существуют, и они готовы помогать, если это необходимо. Стараемся также вести переговоры с органами уголовного преследования, политиками, представителями правосудия, так, чтобы поотмечать необходимость защищать права жертв и налаживать соглашения, причем открывая глаза всех этих учреждений на очень сложные положения жертв. И здесь я хочу сказать, что я с удовольствием буду брать слово и в дальнейшей части дискуссии, но пока это все, если говорить о моих вводных замечаниях.
спасибо за внимание. И буду прислушиваться дальнейшей части дебаты. А теперь предоставляю слово представителю Amnesty International Russia. Спасибо за приглашение меня к дискуссии. В качестве введения, говоря о Amnesty Tech, которую я представляю, я хотела бы сказать, что это мультидисциплинарная группа, в состав которой входят специалисты по технологиям, специалисты по правам человека, юристы и представители других специальностей. Сейчас проводятся действия с участием журналистов. Особенно активно это велось летом. Теперь я расскажу о... Сейчас я расскажу о проекте Pegasus, который мы проводили, но пока еще общее введение. Итак, начнем с того, что долгие годы Amnesty International и другие неправительственные организации, а также исследователи, академики замечали такую потребность в ведении разговоров о том, что все еще не хватает прозрачности в плане такой нацеленного наблюдения киберпространства. Поэтому мы хотим сотрудничать со многими партнерами, которыми могут быть неправительственные организации, но также и технологические компании, группы хакеров. И в июле мы наладили сотрудничество с участием 80 журналистов, объединенных в 17 журналистских организациях из 10 стран. Наша студия по технологической безопасности находится в Берлине, и там мы ведем исследование того, как государство использует механизмы цифрового наблюдения, включая Pegasus. И мы пришли к выводу, что способ ведения этого наблюдения угрожает правам человека, представляет также физическую угрозу, а данные механизмы используются систематично также с целью дестабилизовать национальную безопасность. Говоря о программном обеспечении типа Spyware Pegasus, если оно будет установлено на вашем компьютере или мобильном устройстве, то оно позволяет атакующему перенять полный контроль над вашим устройством, над почтовым ящиком, камерой, микрофоном, позволяет вести телефонные переговоры. И оказывается, что потенциальным объектом атак могут быть юристы, журналисты, активисты, политики со всего мира. И действительно, говорится о большом числе журналистов, более 200 журналистов из не менее чем 20 стран, сотни политиков, которые стали жертвами таких атак. Никто не безопасен, каждый может стать целью атаки такого программного обеспечения типа spyware. У меня нет времени, чтобы вам более подробно об этом рассказать. Я только упомяну о журналисте из Мексики, ставшем жертвой такой атаки в 2018 году. В Индии таких журналистов, жертв было более 40. Велось следствие в сотрудничестве с крупнейшими медийными корпорациями CNN, Times, New York Times. Таких случаев все больше. К нам поступают очередные сообщения о людях, ставших жертвами программного обеспечения типа spyware, права человека которых, людей, были нарушены. К нам поступали донесения от активистов, которые действовали на территории Палестины, Израиля, Казахстана. Может, еще
в двух словах о том, что мы делаем в плане таких систематичных атак на гражданское общество при помощи такого программного обеспечения. Нам бы хотелось проанализировать реальное воздействие такого программного обеспечения на человеческую жизнь. Будем помнить, что дело не просто в нарушении права на приватность. Те случаи, которые мы анализируем, относятся к программному обеспечению по скрытому наблюдению, которое сочетается с нарушением приватности, но также и других прав человека. Конечно, основным правом, которое нарушается, является свобода слова, но также и право на жизнь, на безопасность. И если мы становимся предметом такой кибератаки, то это имеет также существенные психологические последствия. Давайте помнить о том, что это такой вид угрозы, который связан с риском утихомирения кого-то на многие месяцы, следовательно, оказывает весьма вредное влияние на функционирование гражданского общества. Завершая, я бы хотела сказать, что наше следствие показало, что программное обеспечение типа spyware – это инструмент, который особенно избирается киберпреступниками, чтобы атаковать представителей гражданского общества. Итак, часто такое программное обеспечение используется в тех странах, где атакуются журналисты, активисты или диссиденты. Мы говорим сейчас об огромной потребности в выработке международного урегулирования, которое нашло бы применение при экспорте таких технологий и которое позволяло бы нам защищать права человека. Итак, то, к чему мы призываем, это выработка лучших практик и международного урегулирования по применению инструментов скрытого наблюдения, а также международное урегулирование, которое управляло бы экспортом таких технологий. Наверное, в дальнейшей части нашей дискуссии я расскажу больше. Большое спасибо. Я думаю, что еще сможем вернуться к этим вопросам ближе к концу нашего разговора. Хотя бы мы могли бы и 5 часов обсуждать эту тему и так ее не исчерпать. Но теперь я попрошу, чтобы следующие выступающие попытались высказаться по дать ответы на 3 коротких вопроса, потому что у нас времени в обрез, а хотелось бы предоставить еще время аудитории, чтобы могла задать вопросы. Я не задаю эти вопросы в какой-то определенной последовательности. Это открытые вопросы, которые задаются всем. Как мы можем повысить эффективность и ускорить внедрение стандартов по защите киберпространства? И второй вопрос, откуда мы знаем, что те механизмы, которые уже внедрены, эффективно противодействуют киберпреступности? Потому что иногда нам кажется, что, может быть, следовало бы иначе подойти к вопросу киберпреступности. Итак, я с интересом послушаю ваши комментарии и обещаю, что предоставим еще немного времени для вопросов аудитории. А теперь я предоставляю слово нашим выступающим. Лата, спасибо. Я понимаю, что нам предстоит задуматься о том, что в ближайшее время можем сделать
не по принятию каких-то международных стандартов. Во-первых, хочу сказать, что мы все благодарны за усилия, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций, имея в виду ИСЕСИ, UNGG или открытые рабочие группы, или новейший стратегический план по цифровому сотрудничеству, предложенный Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Организация многое уже сделала, чтобы поставить вопросы кибербезопасности на повестке дня. Но почему нам не удалось выработать общеобязательных стандартов по обеспечению безопасности? Мы все время, я отмечаю, говорим о добровольных нормах и стандартах. Мне кажется, что здесь необходимо заняться, может быть, больше вопросом ответственности и вопросом последовательности на стороне преступников. Такие нормы, которые являются добровольными, а не обязательными, к сожалению, не повлекут за собой последствия. И это и есть серьезные ограничения этого типа добровольных стандартов. Я считаю саммит IGF, или, может, площадку, которую можно бы назвать IGF+, является, вероятно, более многообещающим местом для дискуссии о кибербезопасности, поскольку во время цифрового саммита ООН выступают многие представители правительства, а многосторонняя консультативная группа МАГ в настоящий момент является таким органом, который наделен уже немалой компетенцией. Причем я считаю, что национальные парламенты в рамках цифрового саммита ООН должны лучше представляться. И тогда этот форум станет многообещающим международным форумом, в котором могут быть выработаны международные стандарты. А я помню, что мы уже раньше задались вопросом, как дойти к успеху. Мне кажется, что если существуют нормы, которые действуют, то мы должны также следить за примерами успеха. Конечно, мы могли бы дать определение параметрам успеха, прежде чем этот успех обнаруживать. И, конечно, я могла бы еще и говорить о других вопросах. Но с интересом я прислушиваюсь тому, что вы говорите. Например, о деятельности Amnesty International. Существует очень много групп, которые в настоящее время ведут очень ценные работы. Мы знаем, что происходит в соцсетях. Но поскольку ты просил, чтобы мы выступали только в течение 2 минут, я уже завершаю и потом еще раз с удовольствием присоединюсь к дискуссии попозже. Спасибо. Да, увы, управление временем – это трудная задача. И я подумал, что это ваше выражение, что воз перед лошадь не ставят. То есть сначала определяем параметры успеха, а потом только объявляем успех. Это выражение еще устоявшееся до появления интернета. Но это мое свободное замечание. И передаю слово Барту. Добрый день. Как главный переговорщик по новому законодательству в сфере кибербезопасности, я хочу сказать, что в настоящее время мы сильно вовлечены в работы по директиве НИС. Европейская комиссия в ближайшее время выдвинет свои предложения по продуктам, устройствам, касающимся по электронным устройствам и программному обеспечению, конечно, в контексте кибербезопасности. Мне кажется, что важным является то, чтобы мы подумали о том, кому выгодны такие условия, которые допускают киберпреступность, кто за
всем этом стоит. Джозефин говорила о таком гибридном наборе орудий, которые позволяют совершать кибершпионство и другие формы киберпреступности. И я думаю, что мы все больше говорим о принятии новых стандартов, создании новых норм, в то время как меня поражает, что, например, правительство одного государства говорит, а чаще всего размещает твит или пост, мы осуждаем то, что происходит в государстве X, Y или Z, а на самом деле все это сводится именно к таким возмущенным декларациям. Европа в настоящее время вынуждена вовлечься в создание новых инструментов, но мы должны помнить, что мы должны стать важнейшим геополитическим игроком, и мы должны не просто подчеркивать потребности в гарантиях собственной безопасности, но мы должны также отстаивать геополитическую безопасность во всем мире. Да, мне это уже удалось. Я хочу задать следующий вопрос. И я думаю, что останется у нас еще время. Надеюсь, останется время, чтобы поговорить чуть попозже. Сейчас следующий докладчик. Как можно обеспечить открытое многостороннее сотрудничество по кибербезопасности, если у нас нет полной прозрачности со стороны всех вовлеченных сторон? Я надеюсь, что кто-то попробует ответить на этот вопрос. А сейчас слово передается Анастасии. Здравствуйте за возможность, что я могу второй раз высказаться во время саммита IGF. Я надеюсь, что данный виртуальный формат, будет проверен жизнью, и я надеюсь, что именно в последний день саммита тоже так будет. Что касается норм кибербезопасности, я хочу сказать, что много чего уже происходит в разных секторах, в разных частях мира. Но вот вопрос в том, есть ли у нас достаточное знание о том, как такие реформы внедряются, и какие вызовы появляются в развивающихся странах, в развитых странах. В зависимости от уровня гражданского общества, от статуса частного сектора и так далее. То есть тут основной вопрос, как мы должны узнать и как получать такие знания, чтобы мы обеспечили правильное внедрение этих норм, как обеспечить передовые практики. Хочу здесь привести практический пример, который появился во время форума по передовой практике. Здесь мы обсуждали нарушения безопасности в разных странах мира. Я лично также принимала участие в этом анализе. Я разговаривала с исследователями, занимающимися этими темами в Америке и в России. И я спросила, знали ли они об существующих нормах, в частности, о норме ответственной отчетности в отношении элементов, уязвимых к атакам. Вот те люди, с которыми я разговаривала, говорили, что они не знали об этом, они не знали, что делает он в этом отношении. Так что это также роль IGF. То есть мы должны стараться распространять эти знания, чтобы люди, все заинтересованные лица знали, что происходит. Что касается внедрения, я думаю, что последние дни форума IGF включали многие мастер-классы, в частности, мастер-классы, посвященные тому, как можно
помочь заинтересованным лицам узнать, как внедрять или как развивать такие нормы, как можно обеспечить безопасность. Это были очень интересные мастер-классы, потому что во время мастер-классов мы обсуждали примеры из США, в частности. А в США очень много интересных инициатив. То же самое происходит в Европейском Союзе. Об этом говорил уже Барт. Мы очень подробно анализировали все директивы и все остальное. У нас были также и голоса из региона Азии, Тихого океана, и представители того региона обсуждали свои проблемы со своей части мира. И хочу сказать, что мастер-классы в рамках IGF должны также учитывать практическое измерение. То есть я имею в виду, что сделать, чтобы справиться с этими угрозами в мире кибербезопасности. В виртуальном формате мы старались организовать игру для заинтересованных лиц, целью которой было обучение пользователей интернета тому, как безопасным образом работать в интернете. Спасибо большое. Я хочу еще подчеркнуть, что IGF – это замечательная платформа обменения опытом между представителями разных сред и групп. Спасибо большое, Анастасия. Сейчас Кэтрин. Пожалуйста, вам слово, Кэтрин. Да, пожалуйста, включите микрофон. У вас отключен микрофон. Да, спасибо за возможность взять слово, Крис. А я рада, что могу взять слово. И я, пожалуй, являюсь последним спикером. Ну, как бывает, всегда африканские страны всегда остаются в конце. Нет, вы не последняя. Есть еще один представитель, один спикер, который ждет своей очереди. Ну, тем не менее, я хочу сказать, что касается норм, влияние норм является недостаточным, потому что есть такие вопросы, как подотчетность и возможность привлекать разные субъекты к ответственности вследствие реализации выполнения их задач. На меня произвело большое впечатление то, что говорила Джозефин и организация HateAid, потому что я считаю, что помощь, оказываемая такими организациями, очень важна на индивидуальном уровне и на уровне всех обществ. И я надеюсь, что также и в будущем будет проще преследовать киберпреступников и проще будет также обеспечивать компенсацию для жертв киберпреступности. Я думаю, что мы должны иметь здесь более строгие нормы. Это не должно быть просто на добровольных началах. Мы должны посмотреть глубже и более подробно именно на эту тему, потому что в настоящее время у нас глобальная инфраструктура. Она важна, она используется разными секторами, организациями, субъектами госадминистрации. И на данный момент мы должны обеспечить систему, которая сможет использоваться всеми этими субъектами из-за всех групп и социальных слоев. Это, возможно, очевидно. Мы должны в многостороннем плане все это озвучивать, чтобы разрабатывать эффективные и реальные решения. Здесь можно говорить о двух подходах. Я назову только вот эти два подхода. У нас не так уж много времени. Первый подход – это то, что существует некая культура, которая меняется. В рамках этой культуры мы живем, но она меняется, и мы можем ее как-то формировать, в частности, на основании вот обмена опытом, обмена мнениями в рамках IGF и в рамках других форумов. Но есть и решения, которые разрабатываются в конкретных регионах, такие как Европа или Азия и регион Тихого океана. И в рамках таких регионов разрабатываются конкретные решения, которые можно потом переносить в другие регионы
и это можно делать быстрее, чем если мы работаем снизу вверх, и каждый из регионов разрабатывает свои решения, невзирая на то, что происходит в других регионах. Это все с моей стороны. Я буду внимательно слушать остальных докладчиков и постараюсь еще взять слово чуть-чуть попозже. Спасибо огромное. Сейчас Лиза Франц. Спасибо огромное, Крис. Это была очень оживленная дискуссия. Я говорю не только об этой панельной дискуссии, но я говорю уже о всех дискуссиях в рамках IGF. Я с интересом прислушивалась подведению итогов во время подготовительной сессии. Очень интересные были презентации. Чтобы ответить на первый вопрос, я скажу следующее, что прежде всего существуют определенные вопросы, которые могут оказаться, могут некоторых из вас удивить. Во-первых, я должна сказать, что нам удалось разработать соглашение в США и в России. Это было соглашение о нормах и отчете GGF, и это подчеркнуло факт, что есть определенные нормы, которые уже работают и которые надо потом развивать, и мы видим, что некоторые страны уже работают в сторону того, чтобы разрабатывать и внедрять данные нормы, чтобы они общаются с другими странами по внедрению этих норм. То есть готовность к такому сотрудничеству – это уже большой шаг вперед, который позволяет нам как-то переосмыслить подход к нормам и подход к внедрению и соблюдению этих норм на практике в конкретных ситуациях, в конкретных странах. Я думаю, что в будущем это будет восприниматься как очень позитивный шаг. Конечно, мы также имеем дело со многими трудностями, задачами, вызовами. Об этом уже тоже говорилось. И, конечно, нельзя уменьшать их роли и пренебрегать ими. Но вот есть и позитивные тенденции. Что касается позитивных тенденций, я имею в виду вот тот же консенсус, упомянутый выше. Что касается построения потенциала, построения компетенций, это тоже очень важно. И здесь американское правительство сотрудничает с разного рода субъектами, ассоциациями, и для того, чтобы укреплять или сформировать эти компетенции. Что касается безопасности, да, мы всегда говорим, что безопасность – это не некое состояние, которое нам удалось сформировать. Безопасность – это процесс, над которым мы должны работать все время. Но есть определенные критерии, которые, когда они соблюдаются, могут привести к большему доверию в киберсреде. Например, данная страна может предпринимать усилия для разработки законодательства по кибербезопасности. Или вообще принимается ли кибербезопасность во внимание, например, в уголовном законодательстве разных стран. Вот это также один из критериев, потому что мы должны позаботиться о том, чтобы киберпреступность преследовалась по закону, чтобы возбуждались уголовные дела по киберпреступлениям. И очень важным аспектом является вопрос поведения, то есть замечаем ли мы какие-либо изменения в поведении преступников. Если мы в состоянии мониторить изменения, тогда это нам показывает, что мы идем в правильном направлении, что мы в курсе дел. Есть, конечно, определенные нормы, они, конечно, не имеют полностью обязательного характера. Однако следует помнить о том, что мы, как общество, должны постараться, чтобы эти нормы соблюдались. И мы должны стараться, чтобы в случае нарушений безопасности или в случае киберпреступлений уголовники привлекались
к ответственности. США и другие страны обращают внимание на примеры преступной деятельности конкретных стран. Есть у нас определенные инструменты, в частности, санкции и другие последствия. Несмотря на то, говорим ли мы об индивидуальных преступниках или о преступлениях в данной стране или под покровительством данной страны, мы должны иметь инструменты, которые позволят нам привлекать кого-то к ответственности. Спасибо большое, Лиза. Сейчас скоро мы перейдем к замечаниям и вопросам, но вот еще остался у нас один докладчик. Есть также вопросы в чате, или Лата хотела бы что-то сказать, так что я передам слово Лате. И потом мы перейдем к сессии вопросов и ответов. Я хочу сказать, что я отвечал на конкретный вопрос во время моего высказывания во время IGF. Один из участников IGF спросил меня, каковы здесь возможны последствия нарушения норм. И что касается последствий, мы должны здесь отличить последствия в отношении стран и последствия в отношении единиц или личностей. Я думаю, что мы должны определить иерархию или возможность квалифицировать определенные преступления как преступления с катастрофическими последствиями или преступления с не очень уж серьезными последствиями. То есть вот какое-то такое различие надо здесь сделать. И очередной момент. Имеем ли мы дело с деятельностью, стимулируемую конкретным государством, или деятельностью отдельного лица? И здесь мы должны применять разные подходы. Если это деятельность, спонсором которой является государство, это, конечно, очень сложно, но мы должны откровенно говорить о таких случаях в общественном пространстве. Я хочу еще назвать другие примеры работ по нормам. В частности, такие примеры, как соглашение в Париже, о котором говорилось, и еще работы Глобальной комиссии по стабильности киберпространства. Если у меня будет время, я еще назову эти инициативы. Они являются очень уж благими, и они, конечно, очень хорошо вписываются в инициативы ООН, и, конечно, отвечу охотно на более подробные ответы, вопросы. Мы высоко ценим ваши ответы, и мы здесь именно для того, чтобы затрагивать такие конкретные темы. А у нас тут еще несколько человек, которые хотели бы взять слово, но прежде чем им это слово предоставить, я хотел бы микрофон передать человеку, который с нами в зале. И давайте помнить о том, что в зале также есть участники, которым также можно взять слово. Сейчас два человека в зале, которые хотели бы взять слово, и мы им сейчас такую возможность предоставим. Есть и вопрос в чате, но сначала мы перейдем к Крейгу, потом к Лизил и к Анастасии. Спасибо. Я бы хотел сказать слово к сказанному Латой. Говоря о наших возможных реакциях, я думаю, что в настоящее время нам необходимо вести расследование и преследовать преступников там, где они находятся. Это, конечно, нуждается в сотрудничестве между странами, чтобы такие расследования могли вестись на пути сотрудничества, а не с применением таких механизмов, как экстрадиция. Это очень полезный подход. Конечно, он требует тесного сотрудничества между органами уголовного преследования конкретных многих стран. И такая программа сейчас ведется в Африке по укреплению сотрудничества по преследованию киберпреступности. И на нашем сайте вы можете ознакомиться с проектами решений по данному проекту. Но главное тут сотрудничество между различными агентами.
Спасибо. Я бы хотел перейти к вопросам, поэтому я прошу комментировать сжато. Спасибо, Крис, за слово. Лата, вы правильно говорили о том, что, может быть, вместе чем указывать пальцем и обвинять конкретную сторону, мы должны называть дело его подлинным именем и вести переговоры. Давайте помнить о том, что многое зависит от дипломатии. Нам необходимо вести переговоры еще до того, как мы станем называть имена виновников. И для таких переговоров, чтобы мы могли разговаривать о том, что такое ответственное поведение, это именно должно быть сделано. И тогда для нас потом сотрудничество не будет чем-то неожиданным. То есть переговоры и открытая дискуссия. Спасибо. И теперь переходим к вопросам со стороны участников на месте в зале. Лусиен Касте, спасибо за замечательные выступления. Мы немало услышали о нашей чувствительности, об угрозе для кибербезопасности, но я ждал, когда будет сказано о беззаконном перенятии данных, о действиях разведывательных агентств, и не услышал. Это хороший вопрос. Может быть, кто-нибудь из наших докладчиков хотел бы высказаться по поводу этого вопроса. Если да, пожалуйста, включите свой микрофон. И у меня впечатление, что на данном этапе еще никто не хочет брать слово. Так, может быть, мы перейдем к следующему вопросу и увидим, что впоследствии. А все-таки я хотел бы высказаться, сказал Барт. Это очень правильный вопрос. Говорится о таких беспокоящих тенденциях, то есть, например, в плане международного контекста в Китае, это было решительно сказано, что рынок закрыт к внешним компаниям, и мы тут должны приложить интенсивные дипломатические усилия для того, чтобы вести переговоры по этому вопросу, учитывая то, что Китай в настоящее время регулярно осуществляет похищение интеллектуальной собственности и не открыт к международному сотрудничеству, то это представляет собой не лучший сценарий на будущее. Говоря о шпионском программном обеспечении, как Pegasus, это беспокоит, что, например, Израиль экспортирует такое программное обеспечение в Саудовскую Аравию, например, или Польшу. Я думаю, что это мы должны обсуждать в дипломатических условиях, оказывая давление дипломатического характера. Мы не должны игнорировать этот факт. Нам нельзя игнорировать так называемые атак, которые мы называем атаками нулевого дня, но часто нам не удается и наладить сотрудничество по данной части. Но мы, даже если не в состоянии исключить атаки типа Zero Day, мы можем предотвращать экспортирование шпионского программного обеспечения и можем продвигать демократические стандарты в дипломатии и переговорах. Анастасия, я передаю вам слово. Спасибо. Я бы хотела еще добавить несколько слов к сказанному об атаках нулевого дня. Мы, как глобальное сообщество, несем ответственность
реагировать на такие атаки, но важным было бы гармонизировать подходы отдельных национальных правительств, чтобы мы могли совместно увеличивать прозрачность процесса сбора данных об атаках этого типа и о предпринимаемых совместно мерах по реагированию на эти атаки. По-моему, это было бы ключевым, чтобы мы могли привести к тому, что технологическая отрасль станет расколотой между различными правилами, принципами, схемами, действующими в разных странах. Поэтому это должны быть усилия сверхнационального уровня. Далее, в отношении киберпреступности в различных ее проявлениях мы должны укреплять возможности органов уголовного преследования. Итак, в плане возможностей полиции мы должны подробно обсудить то, какой компетенцией могут наделяться такие органы, чтобы также повысить взаимосвязанность наших усилий. Спасибо. И я благодарен Анастасии. А теперь переходим к нашему удаленному хабу, потому что, кажется, появились вопросы и онлайн. Большое спасибо за возможность взять слово. Также форум по управлению интернетом – это для нас замечательная возможность поделиться нашим опытом. И наш вопрос касается молодежи, молодого поколения, которое часто становится жертвой киберпреступности. И мой вопрос таков. Может ли форум по управлению интернетом высказаться по поводу тех видов угроз, с которыми встречается молодежь в соцсетях? Спасибо. И следующий вопрос будет задан здесь, на месте в зале. Меня зовут Адуал Хасан. Я приехал из Нигерии. А мой вопрос таков. Я бы хотел экспертов объяснить мне, каким образом государства могут сокращать риск киберугрозы, риски, которые оплачиваются государственными органами. Мы часто знаем, что часто это кибератаки одной страны против другой. Спасибо. Я думаю, что постараемся еще высказаться по поводу этого вопроса в конечных комментариях. А теперь переходим к Джозефин. Спасибо. Может быть, я скажу слово к первому вопросу, потому что это связано и с тем, что я хотела вам раньше сказать. Я очень рада, что и вы выражаете такую волю, чтобы встретиться вместе с представителями крупных технологических коммерческих компаний и обсуждать эти вопросы на международной арене. Ибо часто мы не знаем, кого привлекать к уголовной ответственности и какова система, которая касается органов уголовного преследования в конкретных государствах Европы. А поскольку это такая проблема, для которой необходимы глобальные решения, то я думаю, что мы замечаем и то, что вопросы самоурегулирования внутренне принятых компаниями стандартов недостаточно. И мы сейчас уже на таком этапе, когда необходимы международные стандарты. Катрин?
Спасибо, Крис. Я бы хотела высказаться по поводу прежних комментариев. Как я думаю, усилия UNGG и открытой рабочей группы касаются как раз вопроса атак, совершаемых государствами. То есть это вот это форумы, в ходе которых мы обсуждаем так называемую вепонизацию. И некоторые работы были уже в этом плане проделаны. И основные нормы уже функционируют. Мы ведь действуем в рамках международного права, и я надеюсь, что когда уже наступают конфликты между государствами, то мы можем говорить о наличии уже подходящих инструментов. Важно и то, чтобы мы все выстраивали взаимодоверие, чтобы напряжение между государствами было возможно низким, и чтобы мы продолжали создавать новые возможности, способности по сотрудничеству между государствами, когда появляются угрозы в киберпространстве. Давайте помнить о том, что важно то, чтобы не было слабых звеньев этой цепи, чтобы все страны были вовлечены, и никакая не чувствовала, что она где-то на обочине. Еще к одному вопросу. Тот факт, что преступность в интернете окупается, что это очень часто хороший бизнес, к сожалению, способствует тому, что число случаев киберпреступности растет. А, к сожалению, очень немногие преступники, совершающие преступления онлайн, привлекаются в конечном итоге к ответственности. Что касается молодежи, ее безопасность в сети мы должны уравновешивать. К сожалению, кажется, у нас порвалась связь, Катрин. И если вы слышите, Катрин, дайте, пожалуйста, мне знать, но мне кажется, что у нее порвалась связь. Катрин, мы вас не слышим, к сожалению. Ну, в принципе, я уже закончила. Спасибо тебе. И у нас осталось буквально 4 минуты. У нас нет времени сделать то, что я запланировал, потому что я хотел предоставить каждому из вас слово, чтобы каждый из вас смог высказать свои итоги со своей точки зрения. Так может просто... Я скажу так, эти последние 4 минуты у вас для того, чтобы для любых высказываний, но, пожалуйста, не злоупотребляйте этим временем. Может, еще Раша хотела что-то сказать. Да, спасибо. Amnesty International будет запускать такую долгосрочную программу по цифровым правам детей. Эта программа будет запущена в январе месяце будущего года, и думаю, что нам многого удастся добиться с целью защищать детей и права молодых людей онлайн. Важно и то, чтобы дети и молодежь тоже принимали участие в этой дискуссии. Интернет ведь не был запроектирован, думая о детях и молодежи. И, конечно, действуют платформы соцсетей,
такие как Facebook или Twitter, но мы считаем, что они не проектировались для детей или думая о детях, поэтому считаем, что представители молодого поколения должны быть привлечены к дискуссии о том, как защищать их права онлайн. Хотим, чтобы это была такая кампания, председательствовать которой будут молодые люди. И в качестве подведения итогов я скажу, что очень интересно было прислушиваться вашим замечаниям о рисках кибератак, осуществляемых одними государствами против других. Я хотела бы только отметить, что часто это выглядит так, что государства привлекают к сотрудничеству технологические коммерческие общества, которые предоставляют возможности совершать такие атаки. Отсюда у нас необходимость в совместных усилиях по выработке международных стандартов по применению инструментов для осуществления наружного наблюдения. Благодарю. И, Барт, у вас тоже только 30 секунд. Нам удалось в 8 разных случаях предотвратить случаи с наблюдения детей крупными площадками. Это очень важно. В Европе ведутся переговоры о поправках к директиве НИС, и безусловно, мы все чаще будем говорить о DNS-серверах не только в Европе. И, наверное, нам необходимо ввести основные правила управления интернетом. Если мы этого не сделаем, то любое другое урегулирование тоже у нас не удастся. Спасибо сердечно всех вас. К сожалению, время у нас истекло. Итак, я благодарен за ваш вклад в дискуссию и до встречи скоро. До свидания.